Команда Карабаха. Это хорошо еще этот, так как я, тенек упал. В первом тайме вообще же. Давай, давай!
Ваня. Давай, давай, давай. Go ahead.
Давай, давай, давай.
давай, еще. Thank you.
Матчи Карабах там чище. Давай, Андрей! Давай! 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 Давай!
Security! Security! Берите рубашку, стоит. На скамейку вы взяли. Да, Дима, убери. Вау!
Дай ему!
тебе эту руку столкнули. Я уже был в Грибелевой служи. Он чампер, да? Он чампер. Thank you.
Тренер футбольного клуба Абдышата Татанов Аманбек. Татанов Айбек. Главный тренер футбольного клуба Алай Татанов Аманбек. Чего вам не хватило для победы? Ну, хочу, во-первых, поздравить Абдышату. То, что у них было преимущество, у них была заслуженная победа. Вы сами видели, там у нас были ошибки в обороне, то есть ошиблись и быстрый контратак провели и забили. Во втором тайме вышли, хотели прессинговать их, и первый же угловой во втором тайме и получили второй. И в итоге не смогли, то есть сравнять, то есть совсем игру концентрацию потеряли. Ваша команда сейчас находится... Мы будем, то есть у нас были ошибки, мы будем над этим работать. То, что вы сказали насчет очков, да, сейчас очко у нас 31 очко. Будем дальше работать, то есть мы должны сохранить, должны выиграть. Вам удачи и спасибо за интервью. Спасибо. У меня только один вопрос. Представьтесь, пожалуйста, как правильно? Гавшин Игорь Александрович. Исполняющий обязанности. Исполняющий обязанности. Как вам сегодняшняя игра?
Ну, на редкость такая боевая получилась. Я вот даже свое волнение только сейчас как бы выплескиваю. Перед ребятами не мог я это расслабиться, как бы и дать вольность себе. Поэтому как бы в такие впечатления, как бы. Ну, насколько я чувствую сейчас себя удовлетворенным. За неделю принять команду, что-то поменять быстро, это очень сложно. Но я сработал то, что как бы ребят просто замотивировал. Подсказал, что они такие же, как и все, даже лучше, когда дома играют. Ну, в принципе, и все. Как вы в дальнейшем собираетесь работать? Будут какие-то изменения? Ну, в ближайшее время изменений не может, никаких не будет по составу, там, по игрокам, потому что трансферное окно закрыто. То есть мы уже этими ребятами будем доигрывать чемпионат. Ну, задача, конечно, быть в призах. Будем бороться. Команда молодая, растем. Все, спасибо.